замороженная малина. Замороженная малина, она хороша не только... Вообще, малина – это прелесть. Но замороженную малину можно найти круглый год в магазине. А манго, оно такое экзотическое, что, по-моему, ему зимой самое и время. Малина размораживается несколько секунд. То есть для того, чтобы она была взбита в блендере, я буду делать из нее кули. Кули – это такой соус. Как только речь заходит о десерте, вот когда мясо готовится, я почему-то, мне кажется, что нужно какое-то настроение серьезное бывает. А как только десерт, так сразу так радостно, легко на душе. Так вот, из малины будут кули, что значит соус. А манго? Манго будет просто... А, посмотри. О, как это пахнет. Ты понюхай. Пахнет Африкой. Африкой? В Африке гориллы, в Африке там большие злые крокодилы. Итак, манго, естественно, вымытый, надрезается пополам. Вообще, есть несколько, ты знаешь, способов чистить манго, зависит от того, что нужно тебе с ним делать. Можно разрезать вот так вот от кости, надрезать. Мне кажется, что это очень эффектно. Да, красота. Красиво, солнышко. Правда? Но можно и сделать просто его, почистить и порезать ее кусочками, получится такой салат манговый, понимаешь, кому как нравится. Это очень удобно есть ложкой, просто так вот, ну, как если бы ты ела, например, мороженое. Просто когда, как мы с тобой вначале в самом говорили, что когда у нас мясо, картошка, пусть сладкая, но все-таки картошка к мясу, ну и так далее, там, может быть, кому-то хлебушка захочется с маслицем, что совершенный факт, то хочется на десерт чего-то такого легкого. Вот это, по-моему, идеальный десерт, правда? Так, ну и еще один манго. Когда покупаешь манго, выбирай такое, чтобы он был мягкий, без слишком видимых таких темных пятен на нем, и чтобы у него запах от него был, и кожура была такая гладенькая, чтобы она была не морщинистая, потому что если манго морщинистый, значит, он уже перезрел, он уже не годится. А если твердый, то надо, чтобы полежал? Надо, чтобы полежал. Лучше, чтобы он полежал в темном месте. И в коем случае не в холодильнике. Ёжики. Ну вот. Это тоже съестся, можно в сок пустить, можно сделать, как взбить коктейль какой-нибудь с манго. Знаешь, манго, банан, та же замороженная малина или клубника будет, как вкусно. Итак, вот видишь, как только она отделяется, как только малина отделяется уже от формы, то есть она практически уже готова для того, чтобы такой соус получается даже вкуснее, потому что он такой холодный. Вся малина отправляется в блендер. Сюда же добавляется немного сахара. Пару столовых ложек. Манго достаточно сладкий, малина, конечно, бывает кисловато, но, в принципе, все равно не хотела бы, чтобы мой соус был слишком приторно-сладкий. Поэтому 2 столовые ложки вполне достаточно. И все это взбивается. Ну вот видишь, вот ровно та консистенция, которая мне нужна, получается такое малиновое сорбе, мороженое. Замечательно. Теперь нужно взять сито. И малину протереть. Почему? Потому что, как ты понимаешь, в малине много косточек. И чтобы косточки... Ну, это не очень приятно иметь косточки в малине. Со мной согласна? В соусе. Так вот. А, смотри. Даже не хочет. Видишь? Ну, просто мороженое. Да. Вот покупаешь замороженную малину. Вообще, это хорошая идея. Слушай, мы с тобой сегодня сделали открытие. Покупаешь замороженные фрукты, ягоды. Даешь им чуть-чуть разморозиться, взбиваешь в блендер, и никакая машинка для мороженого не нужна. Хорошо, что мои дети этого не видят. А то, я думаю, мороженое бы стало основным блюдом в моей семье. Также очень вкусно делать клубничные кули. Клубничный соус. Довольно известная такая французская вещь, подается ко всяким сливочным пирожным, например. Вот и получается без косточек. Мне кажется, очень здорово, что он такой холодный,
Совершенно особенная вещь получается. Вот еще последний штрих, последнее усилие, последнее. Видишь, сколько косточек оказывается в малине? Посмотри. Да. Кто бы мог подумать, а? Ну вот. Хорошо. Ну вот. Получился у нас с тобой соус. Посмотри, какая красота. Да вообще цвета такие красные, оранжевые. Красные, оранжевые, действительно, просто страсть. Страсть. Страсть и радость. Так, эту страсть и радость на тарелку, естественно. Я думаю, что подавать нужно так. Каждому по манго. Сверху соус. Чтобы красиво было. Мята. О! Красота! Еще можно сделать так, как делают настоящие повара. Как-то у них там-то все капает. Ну, в общем, еще соуса подбавить. Вот, по-моему, это очень празднично. Даже не только по-зимнему, мне кажется, это и летом будет вкусно, но сейчас просто то, что нужно. Все!